Всем привет, дорогие друзья, с вами Промикс, у нас сегодня матч против инвалидов, если кто смотрел стрим по PES 2020, тот поймет, о чем я. Ну, собственно, Леон у нас сегодня, ну, то есть мы у Леона в гостях, и давайте посмотрим, кого мы выпустим на сегодняшний матч. Я думаю, будем действовать по той же строте, то есть Матс у нас выйдет на фланге. Арнессон вместо Матсона может выйти потом. Окей, погнали. Касима Сока Стадиум. Вот так вот у инвалидов он называется. О, это Жунинью. Найс. Нам конец. Нельзя никак допускать штрафные удары. Ну, собственно, Пернамбукано Жунинью. Погнали. Черт. Будет тяжело, на самом деле, я думаю. Леон тогда был в хорошей форме, он выиграл 7 раз подряд, по-моему, чемпионат Франции. Или нет? Куки? Ну, Куки, мать твою, ну ты форвард гребаный, почему для тебя легче забить, хер знает откуда, блин, чем с 1 на 1? Ну, ни разу еще 1 на 1 не забито, блин, у тебя. Ну, что ты за мудак такой? Мацен! Ну, мы пока очень неплохо смотримся. Ну ладно, пойдет. Крундель мог бы и получше на позицию выйти. Матсон подает, и там Куке! Должен был хорошо побороться, но что у него не идет сегодня. Должен был уже забивать. Андерсон. Эх, пятка не прошла, передача. Карью. Молодец, Хрейдерсон, вовремя свалил. Крондели. Ну, что-то очень высоко линия обороны у Леона. Я уж не знаю, на что они рассчитывают с такой обороной. Вероятно, какой-то очень простой матч, но я им не дам очень простой матч, очевидно. Но мы их прессуем. Кайзер. Ну, это довольно жесткий фол был, но судья улыбается нам в ответ. Нет, не тому. Ой-ой-ой, Андерсон в порядке. Стенсон! Не пугай. Куке! Нилсон! Ну, Нилсон! И Куке должен заканчивать все, но... Опять он этого не делает. Куки там. Куки должен забивать! Но Куки не забивает. И удар века от Крандели, который берет купе. Но, собственно, лучше он бил в матче с Рейнджерс. Но что-то не идет пока. Что это за передача от Йоханнессона была, я не знаю. Парень раньше хорошо играл, так что я не думаю, что он меня будет подводить сегодня. Но пока что-то у него не идет. И его обрез приводит к голу, к сожалению. Фрау забивает. Чертяга.
Ну да, тут немного не получилось хорошо засейвить у Андерсона, ну ладно. Нилсон! Ну, почти получилось всех обогнуть. Куки хорошо прессует. Купе будет выносить. И вот такая вот передача. Жунинио прессует Мацена. Кроттели! Влупил в ближний угол и забил. Хорош. 1-1. Кайф. Красавец. Вэм! Ну, такие не берутся, на самом деле. Очень сильно под перекладину в ближней. Неожиданно. Ну-ка. Нет. Ну не отсюда же. Коке! Ну что ты делаешь? Парень. Да, Андерсон! Ну, он пытается. Бэм! Это что не идет-то так? Блокирует его удары. Но пока нам дают играть. Ну что ты творишь, мать твою? Эх, дылда. Нихера себе. Андерсон-то чё мутит? Бэк от Лигрена! Плохой удар. Ну, ну, у него с ударами совсем плохо, я так понял. Я верю, верю в него, но что-то бить в него вообще не получается. Ну-ка, выйди, забери его. Хорош. Андерсон выкидывает этот мяч. Далеко, хорошо. Лингрен развивает атаку, как он умеет. Пошел. Лингрен. Но он опять мутит. Ну-ка, ну замути нормальный удар, ты мать твою. Классно вывели тебя. Ну, да, тебе неудобно было бить новых. Я хз, почему ты не забиваешь уже? Не знаю, какой момент. Мог бы сегодня забить, хрен знает какой гол уже. Хэт-трик мог сделать, но никак не хочет этот парень делать его. Но тут Нилсон бьет по ногам жены. Йоханссон хорошо выскочил. Ну дальше, дальше, дальше бороться. Бороться, я сказал. Вильтер. Прессовал нас, но тут Куки выходил снова на свою ударную позицию. Сегодня меня Куки радует только пока в одном аспекте. Он находится в атаке. А не хрен знает где, как обычно. Опа, шанс, шанс для Андерсона, ну-ка, ну, но это слишком слабо было, братан. Типа, я все понимаю, но, да, ну ты хотя бы стенку там, да, перебросил. Уже, уже нормально идет, ну там молода идет, жесткий. Хансен. Андерсон! Куки! Ну, Куки! Ну ладно, тут мяч выбили. Олимпийцы. Карью. Он играл в Лионе или его купили из Астон Виллы? Он не играл в Лионе. Ну ладно. Я уж не помню.
Фрау идет в атаку на свои ворота. Сосапа там. Надо его будет купить как-нибудь. Классная фамилия. Сосапа на фрау. У них связка прям. Одну минуту добавил судья, но тут прекрасный пас на Андерсона. Ну, что-то пока Леон, кроме своего гола, ничем не отметился. Ну, можно что-то придумать еще в этом тайме. Я думаю, Нильсон справится с этим. Отлично! Лингрен! Забил таки он в упор, наконец-то. Ну и, да, там не Куки был, а Лингрен, черт. Ну, этот пас классный такой, коварный, тут не успел. Сосапа как раз-таки, по-моему. И в упор уже с сильнейшим ударом расстрелил. Ну что ж, прекрасное окончание первого тайма. В раздевалочку загнали мяч. Первый меня от Куки. Ну тут фрау забивает. Тут Крон Дели прекрасно. Спаса от Куки. Куки у нас плеймейкер. Это второй момент Куки. Это третий момент Куки. Куки просто, я не знаю, что он творит сегодня. Тут прекрасный пас на самом деле от Нильсона. Очень четко он мимо защитника прокинул. Ну что ж, поехали, второй тайм. Все пока складывается в нашу пользу, тем более мы играем в гостях, и это прекрасно. Куки. Ну, что защита Леона делает? Я не понимаю, она такие дырки создает в обороне. Я их могу сейчас обыграть 5-0, наверное. Давай-ка увереннее будем в атаке себя вести. Все-таки мы ведем сейчас. Еще один фол. Ну давай, замути что-нибудь. Ты же можешь. Ну мать твою. Да ну мать твою. Ну можешь же лучше делать. Куки! Чуть не убил парня. Ну тут Курандели херачит по ногам. Обедаль. Сосапа. Жуниню. Так, выходи там. Хорош, Андерсон. Андерсон молодец сегодня. Ну, у него и моментов мало, но, конечно, он один из них пропустил. Да, его ошибка. Но, блин, Куки еще и мяч херово обрабатывает. Ну, давай, выходи. Отлично. Молодца. Андерсон. Там, где должен быть. Так. Не получилось. Лингрен. Уже отошел в оборону. По факту. Не пускаем на свою половину поля. Вообще ли он? Хрейдерсон. Хрейдерсон зарабатывает аут. Отлично. Андерсон. Ну и еще один шанс для Андерсона. Слушайте, у нас вообще нет фолов. У Леона фолит. Педретти выходит у нас. Ну не у нас, а у Леона. Ох! Влупил так как. Ну, лупить ты умеешь, сбивать. Ну и вынос со стороны Леона. Вот хороший у них вынос получился. Тут надо, конечно, работать. Чтобы за мяч зацепиться. Но что-то не получается. Хрейдерсон. Мадсен. Мадсен, ну, пока у него не очень идет. Но он выдает пасы хорошие. Может и пробить хорошо. Неплохо. Я аж охренел почти. Что?
будет у нас там играть, в общем. Я пока не вижу вариантов. То есть Куки там. Нилсон. Ну давай, братан, ускорься чуть-чуть. Тебя ж Жунинью прессует, как хер. Ку! Забей. Куки сегодня просто сам не свой. Ну, то есть, возможно, он свой. Возможно, он до этого был не свой. Забивая такие шары. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, это может быть ничей. Ка. Но если бы не нее Хадсон с его шикарным подкатом. Отличная стенка с Лингреном, но он что-то завис. Педретти. Легко Матсон с ним разбирается. А вот Педретти решил с ним по-другому разобраться. Матсон. Окей, Андерсон. Ну и Куки, что он придумает сегодня? Нихера. Ну и вообще тревожные знаки у Леона, какие-то намечаются атаки опасные. Надо бы градус снижать потихоньку. Андерсон. Ну, что ты падаешь? Гаву вместо Жунинью выходит, не увидим мы его штрафные удары прекрасные, к счастью для нас. И к сожалению для меня, потому что я хотел на самом деле посмотреть. Он бы, наверное, забил. Он все-таки мастер. Хорош, Андерсон. Отлично, Андерсон. Отлично, Андерсон. Прям атаку развивает. У Лингрена научился. Оу, Фрау выходит снова один на один. Здесь он не забивает, к счастью. Ну и реально тревожные знаки есть. Лингрен не получает зацепиться за мяч, там Гаву херачит с ним. И аут в пользу Леона. А, это Кайзер, кстати. Нет, подожди. Вот Кайзер. А вот Гаву. Ну, выходи. Отлично. Не, ну если мы заберем победу у Леона... Это будет идеально. А вот еще тем более. Ну и вот такой вот навес. Но там, к сожалению, никак было идеально его не исполнить. Ну-ка, доставь ты мяч на Куки. Но не так же. Стейнсон прекрасно находится на своей позиции. Ну и Керрио выводит один на один там. И мажет Керрио с добивания. Фуф. Прощает нас Леон. Куранделя. Ну ты можешь, парень. Ты можешь, парень. Лингрен. Лингрен тоже может. Но в итоге-то забивает, да. Андерсон. И ставит, скорее всего, точку в этом матче. Так что, Карио, не забиваешь ты, забивает тебе. Отлично сработано. Два мяча надо забивать с Леона, чтобы вырывать хотя бы очко. Но и Куки у нас сегодня ни одного не забил. Тоже мне форвард. Отличная передача, но, блин, Куки. Никак не хочет цепляться за эти передачи. Андерсон, Куки. Куки бьют по ногам. И опять Куки бьют. Я не понимаю.
Куки. Снова Крандели на своем законном фланге. И фол. Положи мяч на место. Почему? Да нахер. Давай, Андерсон. Туда его. Почему Куки не прыгает? Малуда на фланге развивает атаку. Гаву. Карью. Хридерсон убивает просто Педретти. Хороший пас на фланг. Идеальный пас на фланг на Малуду, но там пробить тяжело было. Ну что ж, 2 минуты до конца матча осталось. Ну и снова пяточками пытаются ребята играть. Лингрена во втором тайме не очень идет с развитием атак. Без замен мы сегодня сыграли, по сути. Но можно было, конечно... Он сделал это! Я только хотел сказать, можно было Куки заменить, но он решил забить. Парень вовремя одумался. Но опять-таки, какую-то шару забивает. Ну, парень. Ну, мне не надо было сейчас голы забивать. Забивать надо было в первом тайме. Ладно, 4-1, собственно. Леон сам не свой, на самом деле. Я не понимаю, что он там за дырки в обороне оставлял постоянно. Но как было... Это матч. Ну, на самом деле, вот так, когда нас Леон атаковал, то было сложновато. А вот как сейчас, то есть есть такие моменты напряженные, которые заставляют прям дернуться. И сейчас такие недопонимания у Леона есть. И тут офсайд. Ну и конец матча. Прекрасно. Вот так вот забивал Фрау на 18-й минуте. А вот так вот сразу же ответил Крандели. Сильнейшим выстрелом в ближний угол под перекладину. Бэн! И тут... Я на самом деле думал Нильсоном пробить в дальний, но решил отдать пас. Все-таки там Куки был. Но в итоге не Куки забил, а Линдгрен. Ну и вот такой вот удар здесь у Андерсона прошел. Перегнул он палку немного. Вот так вот поставил точку в матче Андерсон. Никто его корректно не закрыл. Ну и Куки опять шару забил какую-то неважную. В общем, да? Такие вот у нас дела. Шахтер проиграл Монако. Олимпиакос проиграл Порту. Глазго проиграл Спарте, как ни странно. Розенберг выиграл у Брюгге. Галатасарай обыграл Сент-Этьен. И ПСЖ обыграл Стад Ренне. А, ну и еще Динамо Киев обыграл Селтик. Не посмотрел, кто стал лучшим игроком матча, но я бы поставил на Крандели на самом деле. Да? Он был хорош сегодня, я думаю. Да, парни красавцы. Ну что ж, следующий матч у нас Монако. На каком позиции находимся, интересно? На 4-й. Галатасарай, ПСЖ и Монако ни одного матча до сих пор не проиграли. Мы, к сожалению, первый матч Порту проиграли. Но сейчас находимся выше них, чисто потому что на... ну, мы забили на 4 мяча больше, чем они, и пропустили, к сожалению, на 3 больше, чем они.
Но с разницей у нас на один гол получше. Поэтому выше них. На последнем месте у нас находится Селти, как ни странно. И Брюгге пока что... ну, очень близок к зоне вылета. Вместе с Реном. Что у нас в других лигах? Тут у нас германо-нидерландская лига, где пока что на первом месте Аякс, на третьем месте тут Герта у нас. Ничего себе. В испанской лиге Барселона-Реал Мадрид, так как обычно, и тут Реал Зарагоза, как ни странно. В английской лиге у нас Челси, Ливерпуль на первом месте. И Тоттенхэм, кстати, херачит прям Болтон, который еле спасся от банкротства недавно. На шестом месте здесь. Ну и наша европейская лига. Ну вот такая вот. А, собственно, Кронделли у нас пока является лучшим бомбардиром, забив 4 мяча. И Чернац, или Чернац, наверное, Чернац. Или Цер... Я не знаю, ладно, некий Чернац. Может, он турок, а может быть, он румын. Неважно. Ну, а по ассистам у нас везет Лингрен, Александерсон и Нильсон. Давайте посмотрим еще на кубки, что там у нас происходит. Аякс, ПСВ пока лидирует. Здесь еще есть два матча у команд. Но Шальке уже по-любому вылетает из турнира в Кубок УЕФА. Здесь Ньюкасл и Депортиво выходят, видимо. Ну, точно не Селтик. Селтик каким-то образом пробился в прошлом сезоне в Лигу Чемпионов, как оказывается. Но что-то пока у него в этом сезоне вообще не идет. Галатасарай и Ливерпуль вылетают. Ливерпуль-то выиграл в прошлом сезоне Лигу Чемпионов, и здесь он что-то вылетает из нее. Два матча осталось, да? Здесь аж три испанские команды в этой группе. Ну и Кубок УЕФА пока не начался, потому что еще нет достаточно участников. И мы все еще находимся ниже Майнца. Но это через... зимой, в общем. Это нам скажет. Давайте Regulate Condition сделаем. Но мы улучшили кондиции, да. Команда счастлива просто. Шикарно, ребят. Ну, собственно, такие вот дела. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был, собственно, Промикс, и до скорых встреч.